Сегодня мы открываем набор на новый и интересный курс «Искусство пиара и взаимопиара» на YouTube. И я с удовольствием вас познакомлю с программой этого курса. Расскажу о том, чему вы научитесь, какие знания вы получите и какие изменения произойдут с вашим каналом на YouTube. А теперь я представлюсь. Меня зовут Светлана Зарубина. Я педагог. 33 года отработала в обычной общеобразовательной школе. Была директором школьного музея. Имея российское образование, окончила с красным дипломом открытый израильский университет. Более 10 лет назад пришла в интернет, думая, что все знаю и умею, так как вела с дочкой на местном городском радио детские передачи и делала новостные выпуски, а до чего требовались определенные навыки работы в интернете. Но, увы, ах, пришлось учиться всему с нуля. Набила кучу шишек и синяков, но научилась работать во многих профессиональных программах. И поняла, что интернет стал второй моей жизнью, а в настоящее время это основной источник общения, дружбы, приобретения опыта и новых знаний. Ну вот как-то так о себе. А теперь давайте перейдем к делу. Итак, о чем сегодня пойдет разговор? Сегодня мы поговорим о том, чем мы будем заниматься на данном курсе. Я расскажу, для чего нужно оптимизировать ваши ролики на канале. Многие, скорее всего, даже и не знают, что это такое и как этим пользоваться. Также я познакомлю вас с планом работы курса и с удовольствием выслушаю все ваши замечания и предложения. И, конечно же, поговорим о тех результатах, которые вы достигнете, пройдя курс до конца. Давайте начнем. Задавали ли вы себе вопросы, почему одни каналы на YouTube пользуются огромным спросом, а другие нет? Почему, казалось бы, никчемничный ролик, который ни о чем, имеет миллионы просмотры? В чем здесь загадка и где найти тот золотой ключик, который поможет открыть ларец с ответами на эти и многие другие вопросы? Не ошибусь, если скажу, что каждый автор видео на YouTube мечтает, чтобы его детище как можно быстрее вошло в первые 20 строчек лучших видео поисковой выдачи. Но достичь этого достаточно сложно, не зная основных правил работы и правильного и грамотного оформления вашего канала на платформе YouTube. Этому надо учиться, совершенствоваться, расти, менять свое отношение к той работе, которую вы будете делать на своем канале. Сразу скажу, что халява здесь не проходит, и пренебрежение к правилам и требованиям YouTube может вернуться вам достаточно большими проблемами. В лучшем случае – отключением канала на несколько месяцев. В худшем – полным запретом создания канала и работы на платформе YouTube. Ну а если канал монетизирован, то это отключение монетизации и невыплата заработанных денег. А на моем пути встречались люди, которые прошли все это. Конечно, это очень неприятно, и поэтому я решила создать этот курс, чтобы научить желающих правильно использовать все ресурсы и фишки YouTube и получать удовольствие от работы на этом хостинге. Ну, а теперь более подробно о курсе. Чем мы будем заниматься? На нашем курсе мы научимся правильно подбирать ключевые слова каналу и ролику. Сделаем описание канала,
Познакомимся с программами-помощницами, которые помогают работать, и добавим их на ваш компьютер. Научимся правильно заливать ваши ролики на YouTube. Научимся также делать конечные заставки и подсказки. Узнаем, зачем они нужны. Создадим и оптимизируем плейлисты. Научимся правильно работать с социальными сетями. Узнаем, что такое авторское право и как его не нарушать. Итогом нашей совместной работы станет улучшение качества работы на вашем канале и продвижение канала на YouTube, расширение базы подписчиков и, как следствие, увеличение количества просмотров. При выполнении определенных требований, об этом мы тоже будем говорить, возможна монетизация канала. А это возможность дополнительного заработка в интернете с помощью вашего канала на YouTube. Вашим зачетом на курсе станет полная оптимизация ваших роликов и канала по всем требованиям, которые предъявляет YouTube к своим авторам. А теперь, друзья, чтобы не быть голословным, я вам предлагаю услышать и посмотреть несколько отзывов о работе нашего курса. И первый я предоставляю слово Оле Грибановой. Так, дорогие друзья, я хотела бы сказать несколько слов о том курсе Светланы Зарубиной, который она уже провела в нашем клубе интернет-творцов. Скажу сразу, нам очень повезло, что мы познакомились со Светланой. Потому что тот курс, который она нам представила, действительно очень отличается от того, что мне вообще приходилось видеть в интернете. Сейчас объясню, в чем дело. Сейчас в наше время в интернете кто только курсы не ведет. Почему-то люди считают, что если они что-то уже интересное узнали, откуда-то списали, что-то такое на бумажке себе выставили, то можно уже из этого и курс делать. Перед нами был курс, представленный Светланой Зарубиной, как курс действительно профессионального педагога, преподавателя, который умеет давать информацию внятно, продуманно, ориентированно на восприятие. Истинный курс для того, чтобы человек пришел к результату, а не для того, чтобы он прослушал и ничего не понял. Как часто бывает у нас с теми курсами, которые мы встречаем. Высокое качество этой информации мы все оценили. И записи этих занятий, и слайды, которые мы видели, все это очень помогло нам в работе. И каждый из участников этого курса уже успел на своем опыте увидеть результаты. И чем еще интересен курс Светланы Зарубиной? Это очень тесный индивидуальной поддержкой. Вот такое, знаете, в интернете вообще не встретишь. Обычно в качестве курса предлагаются какие-то видеозаписи, а кто там их читает и как достучаться до человека и что-то у него спросить, это невозможно. Или это возможно за какую-то определенную дополнительную плату, очень большую при этом. А Светлана с нами, со студентами вот ее курса, буквально бок о бок провела все вот эти недели. Она помогала индивидуально каждому и каждого доводила до результата. Вот это дорогого стоит. Знаете, такое вы не встретите в интернете, я бы сказала. Ну вот за такую плату вы не встретите в интернете такого курса. И еще раз хочу сказать огромное спасибо Светлане за то, за те занятия, которые она с нами провела.
Это были замечательные недели, которые буквально нас поставили на ноги в этом отношении. И мы теперь будем очень хорошо подкованы в вопросе продвижения на Ютубе. Светлана, огромное спасибо за этот курс. Все, на этом я заканчиваю. Ну, я в ответ хочу сказать, что только благодаря многим из вас, тем, кто был моим студентом, я вновь прошла весь этот путь сначала до конца. Я тоже вместе с вами этому училась. Спасибо большое, мне очень приятно. А вот какой отзыв о работе нашего курса. Удивительный отзыв, я когда его видела, была тоже восхищена. Оставила любовь Золотова. Мой канал на YouTube существует уже 6 лет. Но, как и многие, я Любовь Золотова просто загружала видео и считала, что многомиллионная аудитория YouTube проявит интерес к моим видео. А когда я познакомилась со Светланой Зарубиной, оказалось, что я сильно заблуждалась. Светлана Зарубина у нас специалист по социальной сети YouTube. Светлана очень подробно рассказала о всех возможностях для привлечения подписчиков и увеличения количества просмотров наших видео. Все оказалось не так сложно. Выражаю огромную благодарность Светлане за четкую, просто изложенную и дающую отличный результат информацию. Всем желаю творческих успехов, настраивайте свой канал и привлекайте еще больше внимания к вашим творческим работам. Потрясающий, интересный отзыв, потому что я действительно вот увидела вот такую великолепную работу, с которой раньше не сталкивалась. Спасибо большое, Любочка. А вот мнение Валентины Мельниковой, конечно, было тоже не менее приятно. Давайте посмотрим, что она высказала в своем небольшом видеоролике о работе нашего курса. В настоящее время многие имеют, или если не имеют, то хотят иметь свой канал в Ютубе. Хотят владеть вообще грамотным пользованием социальных сетей. Ну, для чего? Кто-то, наверное, для того, чтобы пополнять свой образовательный уровень или там эмоциональный. А большинство для того, чтобы как-то популяризовать, во-первых, свое творчество, вообще себя, ну и для того, чтобы монетизировать. Скорее всего, эти причины как бы вызывают такое хорошее, здоровое желание людей относительно того, чтобы иметь свой канал в Ютубе и хорошо его продвигать. Вот самое главное, это как его продвигать. Так вот. Есть очень хороший специалист, Светлана Александровна Зарубина. Повезло, посчастливилось нам поучиться на ее вебинарных занятиях «Искусство пиара и взаимопиара», что я и рекомендую. Если вам повезло попасть, то будете довольны. Ну, абсолютно грамотно, абсолютно четко, недолго, каждое занятие где-то примерно минут 30, то есть очень большая четкость, ни одной лишней фразы, но, ну, начиная от того, как находят наши, ну, я даже не знаю, с чего сказать, начиная с чего, просто полное представление о том, как завести свой канал, как его действительно пропиарить. И что еще здорово, это организация взаимопиара. Скажите, пожалуйста, у кого это еще есть? Здесь, пожалуй, этого никого нет. Я не встречала. А здесь настолько продумано, что группа единомышленников помогают друг другу именно продвигать свои видео. И очень четкая организация вообще и этого дела. Как продвигать свои, как сначала делать свои видео так, чтобы они были поисковыми. Через Яндекс, ну и так далее. Как делать плейлисты тоже, чтобы они были поисковыми. Как учитывать и делать это так, чтобы в поисковике находили не только люди России, но и других стран.
как продвигать через сообщество, как взаимосвязаны сети, социальные сети между собой. Одним словом, все об этом. Как даже с точки зрения, может быть, такта или умения договариваться, обращаться к модераторам, как учитывать правила сообщества. Ну, одним словом, здесь и все. И вот в этом части, на ее занятиях, на ее бинарных занятиях, просто речь шла обо всем. Настолько тонкий, грамотный специалист Светлана Александровна. Рекомендую Светлану Александровну тем, кто хочет тоже овладеть именно этими знаниями, навыками и умениями пиара и взаимопиара своих, во-первых, своего YouTube-канала, начиная с того, чтобы развести его и как его вести, и своих социальных сетей, группы в социальных сетях и так далее. Человек владеет всем этим и очень хорошо умеет свои знания и навыки передать. С ней на практике начали работать. Вот как раз первый человек, с которым мы на практике начали вот работать как раз по этому курсу. Я очень благодарна Лале, то, что она мне многое подсказывала при работе, и многое у нас получалось. Надеюсь, что вот то, что я дала в этих личных беседах по скайпу, конечно, очень пригодилась и Валечке, и ее внуку Максимке. Ну что, мы продолжаем дальше работать, нашу работу продолжаем. И я предлагаю послушать мнение о курсе Татьяны Ярошенко. Наше обучение по продвижению канала YouTube подходит к концу. Я хочу поблагодарить Светлану Зарубину за ее обучение, за вебинары, за ее пошаговую инструкцию, которую она нам давала, за личную работу. Мы со Светой проделали огромную работу. Света помогала мне сделать шапку канала на YouTube, помогала подобрать правильно теги, как оформить канал, перевод, в общем, ну, много-много чего. Потом, Свет, я благодарна вам за вашу отзывчивость, за ваше терпение, за ваше умение. Надеемся, что наша работа с вами продолжится. Я была очень довольна, спасибо. После того, как у нас началось вот продвижение канала на YouTube, у меня прибавилось количество подписчиков. Я вам благодарна еще раз. Спасибо большое, Свет. И думаю, что работа будет не только приносить удовольствие Татьяне, но и будет давать все-таки еще больше положительных результатов. Итак, следующий отзыв Зинаиды Собецкой. Здравствуйте, меня зовут Зинаида Собецкая. Я живу в Республике Молдове. По профессии я рефлексотерапевт. Хочу высказать мнение по поводу вебинара, который ведет Светлана Зарубина. Честно, я еще не встретила в интернете более грамотного человека, который так четко, обширно, пошагово объясняет работу на YouTube-канале. Благодаря Светлане Зарубиной я на сегодняшний день оформила свой канал по всем правилам. Всегда следую только ее советами. Хочу высказать ей огромное спасибо. Желаю Светлане Александровне здоровья и чтобы радовала нас она и в дальнейшем. Спасибо за внимание. За столь высокую оценку моего труда и надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжено не только в рамках вебинаров, но и в личных контактах, в личных общениях, в создании совместных каких-то работ. И мне бы очень хотелось, чтобы вот те вебинары, которые уже прошли, конечно, помогли вам в дальнейшей вашей работе. Еще раз я вам всем очень благодарна, потому что росли не только вы, но и вместе с вами росла и я. Итак, как же будут проходить наши занятия?
Курс включает в себя 15 обучающих вебинаров в вебинарной комнате с обязательным выполнением домашних заданий, с отчетом в форме ссылок на ваши каналы и скриншотов, а также индивидуальные консультации в скайпе и помощь в оформлении каналов. Я всегда иду навстречу и никогда никому не отказываю в помощи. Поэтому в любое удобное время, когда вам будет удобно, согласовав со мной, я еще раз хочу напомнить, что со многими из вас у меня разница 4-5 часов, когда мы с вами согласуем, я готова прийти к вам на помощь и помочь разобраться в тех сложностях, которые могут возникнуть в процессе продвижения ваших роликов и канала. Вот такой план я вам предлагаю для дальнейшего обучения на курсах. А теперь давайте поговорим о стоимости данного курса. Для членов клуба интернет-творцов этот курс бесплатный. Для гостей клуба стоимость полного курса, состоящего из 15 вебинаров и индивидуальной помощи через Skype, составляет 3500 рублей. Предусмотрена возможность оплаты курса частями. И, естественно, возникает вопрос о том, сколько будет человек в группе. Я возьму не более 10 человек, потому что оптимизация канала требует немало усилий и времени. И чтобы поработать с каждым членом группы и научить все делать правильно и грамотно, потребуется определенное количество времени. Ну, конечно, как я всегда говорю, при всем моем желании и, к сожалению, в сутках 24 часа. Это, конечно, играет свою роль. Как со мной можно связаться? На этом слайде я указала всю информацию о моих контактах. Эта же информация будет указана в описании под роликом. В течение ближайших 2 недель я буду набирать группу, так что эта информация вот к размышлению. Думайте, принимайте решение. Обращайтесь ко мне в Skype с пометкой «Хочу на курс», чтобы я вас нечаянно не заблокировала и не отправила жалобу на вас, что вы спамер. Говорю об этом, потому что в последнее время по Skype меня завалили всякими приглашениями, которые мне совершенно неинтересны и не нужны. Поэтому я такие запросы блокирую, ставлю галочки в графе «Сообщить о спаме». Вот за эту последнюю неделю более 40 человек я таким образом заблокировала. Все желающие, подавшие заявку на обучение и связавшиеся со мной по скайпу, будут унесены в обучающий чат, где будут публиковаться расписание, задания, ссылки на вебинары и видеозаписи. Также в скайпе будут даваться дополнительная информация и оценка домашних заданий. Ну вот, друзья, у меня все. Думаю, что сегодняшняя информация будет для вас очень полезной, и вы примете решение о начале обучения на курсе. Но если у вас сейчас возникли вопросы, то вы их можете задать прямо сейчас, прямо здесь, в нашей вебинарной комнате, и я отвечу на ваши вопросы прямо здесь, чтобы как бы не откладывать все это в долгий-долгий ящик. Да, Оля, ждем, конечно, новых студентов. Надеемся, что наша группа будет расширяться и каналы действительно будут занимать достойное место на YouTube, несмотря на те изменения, которые там сейчас произошли и будут происходить. К сожалению, это не в нашей власти что-то поменять, но мне очень хочется, чтобы вот каналы, наши каналы были востребованы зрителями и приносили радость не только нам лично, но и всем тем, кто как бы заглядывать к нам в гости. Надеюсь на это. Можно со мной также связаться по скайпу. Также мы по скайпу можем обговорить все условия оплаты. Я дам реквизиты для денежных переводов. А также договоримся о индивидуальных занятиях с каждым лично. Ну что, я вижу, что вопросов нет. И вот я хочу закончить вот нашу встречу на таком очень добром, хорошем, так скажем, позитиве.
Я хочу вам всем, друзья, пожелать, чтобы вы действительно, ваши ролики вошли в топ 20 самых лучших востребованных роликов Ютуба. Спасибо всем за работу. Мне было удивительно легко с вами работать. И надеюсь, что сегодня день, наш вебинар действительно дал информацию для размышления. И надеюсь, что я увижу новых членов, новых ребят в нашем обучающем чате. Всем спасибо и до встречи.